ее, черт возьми. Где этот тип, который должен был подвести? Да ты прилип, нахуй твое извини. Что за мороз, что за просьбы, перезвони. Да ты пиздец, дилер номер один. Да я в курсах, как из одного сделать три. Свое пятно на три вазелина. От спида ты не сдохнешь, ты целиком из резины. Ты удивляешь шустротой раз за разом. Походу с парнями накроем бизнес по медным тазам. Так что вводи программу грамотных компенсаций, или из твоего лица сделаю сенсацию. Слышь, тип, при раскладе таком, на твоем месте я бы не звал себя игроком. Ты не дразни петлю под потолком, рискуешь, дав мне штраф за месяц табаком. Слышь, тип, при раскладе таком, на твоем месте я бы не звал себя игроком. Ты не дразни петлю под потолком, рискуешь, дав мне штраф за месяц табаком. Тебе жить надоело? Или ты крест? Что за 0,5, мэн? Мистер недовес. Ты перелез через эту черту. Теперь бита плачет по твоему черепку. Очнись! При чем тут твой компаньон? Когда вчера с утра ты говорил о другом. Хотел нажиться на мне, нашил жестких проблем. Я же не ждал ширных таких перемен. Теперь значит поступим именно так. Я оставлю себе это и этот госзнак. А ты стебешься, пока не вернулся мистер простак. Ёбаный коммерс, смазливый мудак. Слышь, тип, при раскладе таком, на твоем месте я бы не звал себя игроком. Ты не дразни петлю под потолком, рискуешь, дав мне штраф за месяц табаком. Слышь, тип, при раскладе таком, на твоем месте я бы не звал себя игроком. Ты не дразни петлю под потолком, рискуешь, дав мне штраф за месяц табаком.